Конничива, Мацуда Коджи. Здравствуйте, меня зовут Коджи Мацуда, и это уроки красоты от компании Japonica. Каждая японка раз в 3 дня устраивает своей коже head spa. Это такое мытье головы, во время которого особое внимание уделяется коже головы, почве, из которой растут наши волосы. В России этот тренд пока не развит, и девушки не занимаются проблемой кожи головы на регулярной основе, и очень зря. Потому что именно здоровая кожа головы отвечает за здоровье и красивые волосы. Вообще, эта индустрия невероятно развита в Японии. Есть куча гаджетов для кожи головы, от специальных массажеров и щеток до аппаратов и бадов. Например, Review Sculpt. Такой кондиционер отличается от других отсутствием силикона. Силикон – это очень тяжелый полимер, который покрывает кожу головы плотной пленкой и не позволяет ей нормально дышать и получать полезные компоненты. Ну и, конечно же, в хорошем кондиционере для кожи головы должны быть специальные компоненты, которые воздействуют не столько на кутикулу, сколько на луковицы и кожу головы. Помимо качества продукта, важно, как вы наносите это средство. Есть специальная техника проведения head spa. Техника правильного массажа кожи головы. Первое. Кондиционер наносится на руки и немного разогревается в ладонях. Второе. Запустите пальцы в волосы и начните втирать кондиционер подушечками пальцев в кожу головы по линии роста волос от виска к тыльной зоне. Третье. Затем точно так же от шеи до темечка. Четвертое. Массируйте кожу сверху по пробору. Пятое. Выдавливайте еще одну порцию кондиционера и наносите на волосы по всей длине. Про волосы все-таки не стоит забывать. Head spa не только приятная процедура, но и полезная. Этот массаж стимулирует кровообращение и обмен питательных веществ в коже головы и является лучшей профилактикой выпадения волос, улучшает качество луковиц и стимулирует рост волос. С вами был Коджи Мацуда и компания Japonica. Подписывайтесь на наши уроки.